Так, вторая у нас попытка. Вы посмотрите, какая красотища. Ну, такая красота, я вам не могу передать. Вот, стоило даже вот тот час здесь вот побыть в таком красивом лесу. Но не знаем, есть ли тут что-то или нет. Вот березка, вот уже начинает цвести, не цвести, а желтеть и розоветь и краснеть. Баркаролла. Вот, видите, как красиво. Ну, что я вам хочу сказать? Машин мало. Грибников вообще я еще пока там два человека видела, и то, наверное, местные. Они знают, где что растет. Вот здесь вот может быть зеленухи, зеленушки есть. Но если мы никогда не собирали зеленушки, вот они говорят тоже очень вкусные, но с ними тоже возиться много, возни много. Поэтому сейчас я вот в каком лесочке красивом. Вы знаете? Даже если нет грибочков, вы со мной совершите очень красивую, чудесную прогулочку. Вот, сидя на диванчике, вы со мной побываете в лесочке. Вот такой вот лесочек у нас. Красивые такие елочки, красивые, молоденькие. Вот, ну а я пойду. Может, где-то что-то и найду. Так, иду-иду. Веду всех посмотреть на эту красоту. Ну вот что, воздух один, вот воздуха набрались полные легкие, вот такой вот чудесный воздух. Ага, нашла, вот моя березка, вот мой дом родной. Так, далеко не буду отходить, а то, не дай бог, потеряюсь. И грибов не будет, и меня искать будут. Так что, вон, вон далеко стоит машинка. Все. Ну, тут тоже, вы знаете, ничегошеньки, ничегошеньки, ничегошеньки. Вы знаете, думаю, что тут так пахнет? А это чабрец. Он еще вот не засох. Тут вот и вот, и вот. Так что, если вам встретится чабрец, вот он, берете чабрец, выкапываете и садите в огороде или даже в горшочек. Горшочек, любой горшочек, и у вас будет целая плантация, чтобы вы знали, что такой вот полевой лесной чабрец, он ароматнее и очень хорошо вот растет на огороде даже, а покупной, который вот такой, знаете, кустами, он все время становится такой лысый и, ну, короче, плохо. А этот будет у вас все время, вот вы посадите, и будет целая плантация. Так что сейчас я возьму и выкопаю себе. Слышите, как поют птички? Супер!